Есть страны с очень древней историей и те, что относительно истории человечества, новые. И есть среди них одна страна, где можно найти представителя, пожалуй, любого земного государства. Эта страна расположилась на небольшой территории, и лет ей совсем немного. Но вместе с тем, ее история многовековая. И название этого государства знает практически каждый житель планеты Земля. Эта страна — Израиль. Мы предлагаем вам совершить с нами путешествие, как по самым известным ее местам, так и по уголкам, пока не изученным даже самыми заядлыми путешественниками. С нами вы сможете узнать историю создания государства и особенности жизни израильтян. Вместе мы поднимемся на горы Кармель, Сион, Фавор, насладимся величием Голан и водопадами Баниас и Саар. Окунемся в мертвое, красное, средиземное и галилейское моря. Преодолеем Иудейскую, Аравийскую и пустыню Негев. Узнаем, чем городская жизнь отличается от жизни в кибуцах, что делали в Израиле крестоносцы и какой след оставили последователи иудаизма и христианства. Соприкоснемся с историей древнейших городов Ака, Назарет, Яфа. Посетим столицу трех религий и современного Израиля – город Иерусалим. Удивительные и незабываемые впечатления от Израиля уже ждут вас на канале «Галиль ТВ». Путешествие по Израилю.